Лидеры 21 государства Азиатско-Тихоокеанского региона съехались в Манилу, столицу Филиппин. Здесь в среду начался саммит АТЭС. В Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества входят Россия, США, Китай, Япония, Австралия, Малайзия, Мексика и другие страны. Как ожидается, главной темой обсуждения будет торговля. Однако в этот раз особое внимание уделят и вопросу борьбы с терроризмом. Мероприятие стартует через день после завершения саммита «Большой двадцатки» в Турции. Там вопросы международной безопасности также были доминирующими в свете смертоносных терактов в Париже. Ожидается, что саммит АТЭС станет платформой для дальнейших переговоров участников Транстихоокеанского партнерства ТТП. Создание этой торгово-экономической организации обсуждали 5 лет. Договор был подписан 5 октября этого года. Теперь 12 участников ТТП, среди которых США, Австралия, Япония, Филиппины и Южная Корея, должны его ратифицировать. ТТП рассматривают как альтернативу АТЭС. Предполагается, что оно отражает попытки США сохранить контроль над Тихоокеанской зоной и сократить влияние России и Китая. Саммит проходит при повышенных мерах безопасности. На поддержание порядка в столице было направлено 30 тысяч полицейских. Многие дороги, ведущие к месту проведения саммита, были перекрыты. Между тем, в первый день мероприятия на улицы города вышли протестующие. Они говорят, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество не принесло стране никакой пользы. За 20 лет это сотрудничество не принесло пользы народу. Оно принесло нам бедность, голод, понижение зарплат и истощение природных ресурсов. Саммит завершается 19 ноября.